Я дворянин Захар, мне 12 лет. Захар, расскажи, пожалуйста, как давно ты занимаешься дзюдо? Я занимаюсь дзюдо 7 лет. А кто твой тренер? Базаров Азархан Чарыевич. Тренер Абдурахман Чарыевич, мы знаем, что он еще и представитель федерации областной. Расскажи, пожалуйста, очень интересно узнать, как тренер. Вот сегодня ты отборолся, какую оценку он дает? Ругает, хвалит, разбираете тактические ошибки. Как он как тренер? Конечно же, он похвалил. Мы немного разобрали ошибки на тренировках, еще разберем. Как тренер он мягкий, иногда строгий в нужных моментах. Как часто занимаешься в течение недели? 5 дней в неделю. А по сколько часов? Понедельник, среду и пятницу по 2, четверг и вторник по 3. В процессе тренировок Абдурахман Чарыевич требовательный, жесткий, либо все-таки находит подход к мальчикам, к девочкам, может быть, как-то по отдельности, индивидуально или нет? Находит подход. Но строгий? Нет, нужен момент. Умеет настроить на как раз-таки на хороший результат в процессе соревнований? Да, может настроить. Но лучший тренер? Да. Через секунду мы продолжим, а прямо сейчас поставь лайк этому видео, и чтобы не пропустить новые выпуски, подпишись на канал в Ютубе, Телеграме и группу ВКонтакте. Все ссылочки будут в описании. Приехал у нас из Твери. Да. Расскажи, пожалуйста, какие успехи были в отборе на первенстве области, прежде чем ты выступал еще здесь у нас на ЦФО? Я занял первое место на первенстве области. И в состав сборной ты попал? Да. Расскажи, пожалуйста, а какие самые ты можешь рассказать об успехах на соревнованиях по дзюдо? Может быть, в прошлом году какие-то такие прям... В прошлом году крупных побед не было, конечно, но в этом году вот первенство ЦФО. Дальнейшее теперь ты попадаешь в сборную и будешь представлять России? Да. Где планируется? В Армавире. Хорошо, давай поговорим вообще, как сегодня у тебя сложились бои, с кем боролся, если помнишь, и сколько вообще боев было у тебя? Боев у меня было 7. Сколько было побед, сколько поражений? 1 проиграл, 6 выиграл. Какие дальнейшие планы строишь для себя в этом виде спорта? Отборюсь на России. Сейчас я 11 года, буду дальше бороться до 15 лет. До 15 лет, конечно же, будет сложнее на ЦФО и на первенстве области, но буду стараться. А свою судьбу ты как-то планируешь связать со спортом? Да. Или это нужно для физического твоего состояния? Нет, я планирую связать. Именно со спортом? Да. Какие-то достижения в разрядах у тебя сейчас есть? И в разрядах нету. Еще не присудили. Для себя самый идеальный вариант разрядов какой ставишь? Первый или второй? Юношеский. Да. Или взрослый? Юношеский. Сейчас юношеский, а в будущем уже дальше. Но мы тебе желаем удачи, уверены, что так и будет. Все у тебя сложится. Спасибо.